В Ираке казнили более 40 боевиков, СМИ. Массовая казнь произошла в тюрьме в городе Эн-Насирия. Власти Ирака казнили через повешение 42 боевиков, которых обвинили в причастности к терроризму. Как сообщает Reuters со ссылкой на иракский Минюст, казнь произошла в один день, воскресенье, 24 сентября. Массовая казнь произошла в тюрьме в городе Эн-Насирия. На процедуру исполнения наказания были допущены родственники осужденных террористов. Все казненные были мусульманами-суннитами. В свою очередь правозащитники организации Amnesty International раскритиковали действия властей Ирака. Иракские власти должны признать, что казни не являются ответом на терроризм и не сделают жизнь граждан в стране более безопасной, заявили в Amnesty. Напомним, 25 сентября в иракском Курдистане прошел референдум о независимости. В настоящее время идет подсчет голосов, но по предварительным данным, более 90% жителей ряда городов Курдистана проголосовали за отделение региона от Ирака, по материалам сайта news.com.